В этом видео хочу показать средства защиты от угона велосипеда, которые я пользуюсь, ну или пользовался. Во-первых, это ну, тросик я сразу отказался. Во-первых, когда был случай, когда милиция остановила показать велосипед, мы думали, что угнанный. Сказали, что тросиками лучше не защищать его, так как быстро откусывается. Потом как-то у меня сломался ключ, я пассатижами его минут за две перекусил. Поэтому я тросиков сразу отказался. Тросики использую только на гамаках детских и на колясках. И все. Вот первый мой такой замок. Довольно такой мощненький. Вот. Я его использовал на заднее колесо. Ну, вначале, когда тросиком пользовался, тросики, у меня два тросика было. На заднее, на переднее колесо. Ну и вот этим я корпус крепил. Потом, когда отказался от тросика, я приобрел цепь. Обычную цепь. Метр нацепил на нее камеру, чтобы не царапать раны, стал привязывать ее корпус. Ну и соответственно использовал этот замок для заднего колеса, так как там эксцентрик стоит и можно в любую минуту его снять. Вот, ну года два назад я приобрел вот такой вот замочек мощный. Кстати, с сигнализацией и плюс с обратной связью, что немаловажно. Белок. Ну, я просто сделаю после на нем обзор. Не знаю, как когда. Пользуюсь я уже года два этим замком. Сам он реально мощный. Когда он включен, то еще лампочка горит. Брелок, ну сейчас выключу, у меня батарейка села, потом поставлю. Брелок, он подает сигнал, когда кто-то начинает воровать, или дернет случайно велосипед. Сигнализация, во-первых, здесь играет, второй брелок начинает пищать, ну сразу идешь. Поэтому я, ну это вот я пользуюсь антизамерзайкой, что зимой морозы бывают, лучше замочную капель, скважину, капельку апнуть, и потом надолго хватает. Отказался уже от этого замка. Уже, во-первых, сигнализация, во-вторых, поменял, снял эксцентрик. Стоит у меня уже на заднем колесе обычная система без эксцентрика. Я мог бы отказаться, конечно, от цепи, но не всегда есть место, где можно припарковаться так, чтобы кто-нибудь прицепиться. Вот, во-первых. Во-вторых, можно было, конечно, ставить, так как только на сигнализацию, прицепить ее к колесу и ходить брелок, он в любое время он зазвонит, но может сесть батарейка, поэтому можно просто не услышать, хотя он кричит очень громко. Поэтому я с собой ношу вот этот и цепь. Во-вторых, то что большой замок, он отпугивает потенциальных грабителей, так как мало кто будет связываться с велосипедом, которым взять такие цепь, замок. Я думаю, что они сразу уйдут. Никто не позарится. Ну и, кстати, аккумулятор вот этот еще полезен тем, что был такой у меня электромотор. Аккумулятор я снял на работе, когда собирался. Ну, приехал на работу, пристегнул велосипед, снял аккумулятор. И что-то разговорился, забыл аккумулятор. Вот он на багажнике мне стоял. Тут слышу, у меня заработало сирены. Я выхожу, смотрю, там коллеги стоят. Говорят, ты забыл аккумулятор. Вот так вот можно позвать владельца в любой момент. Мало ли что случилось. Так что рекомендую. Обзор я покажу. Два года назад покупал. Вот. Ну там сложности есть некоторые, но я покажу. Все. Берегите велосипед. Ворует очень много их.